Чтобы сбросить лишние килограммы, нужно знать, что лучше есть при похудении. Ниже приведены продукты, которые не только помогут в этом нелегком деле, но и принесут большую пользу для всего организма. Первое. Яблоки. В составе этих фруктов находится много железа, витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Яблоки помогают привести в норму функционирование кишечника, происходит активизация обмена веществ. Эти фрукты можно есть при похудении практически в неограниченных количествах. Второе. Помидоры. Содержат минимальное число калорий, но обеспечивают очень быстрое насыщение. Всего в одном томате находится суточная норма каротина и половина необходимого количества витамина С. Третье. Капуста. Этот продукт можно кушать вечером и не бояться поправиться. В капусте содержится очень много клетчатки, а также грубых пищевых волокон, благодаря которым она помогает быстро очистить кишечник и легко похудеть. Четвертое. Грейпфрут. Многих девушек интересует вопрос, можно ли есть фрукты вечером. Конечно, можно, но только низкокалорийные. Лучшим выбором на вечер будет грейпфрут. Пятое. Морковка. Этот овощ является рекордсменом по содержанию клетчатки, каротина, минералов и витаминов. Всего две моркови в день обеспечивают поступление в организм дневной нормы витаминов.